Безоплатна правова допомога. Амбіційний проєкт з надання такого виду послуг був запущений 1 липня по всій країні. Сталося це завдяки ініціативі Міністерства юстиції України за підтримки урядів Канади та України. Відтепер в усіх регіонах існують центри безоплатної правової допомоги, які обслуговують соціально незахищені категорії громадян. Одещина не стала виключенням. З деталями проєкту і подробицями роботи обласного центру нас ознайомила його директор Клішина Світлана. Мы начнем, в общем, да, бесплатной правовой помощи в нашей стране, да, скажем так, это право, которое гарантировано у нас в Конституции, ну, скажем, к сожалению, оно достаточно длительное время не реализовывалось в полном объеме. На сегодняшний день достаточно амбициозный такой проект. Мы открыли по всей стране 100 центров по обеспечению бесплатной правовой помощи. 7 из таких центров открыты в Одесском регионе. Это 3 в городе Одессе. Они находятся на Атамана Головатова, Возберевского моста, Коблевская 40, где вы находитесь, да, и Богдана Хмельницкого 94, это угол Степовой, да. В городе Арцизе, Котовске, Измаиле и раздельно, город раздельно. Эти центры занимаются исключительно делами гражданскими и административными. Да. До цього існував лише центр, що надає послуги безоплатних адвокатів у кримінальних справах. Тепер громадянські і адміністративні також під прицілом служб безоплатної правової допомоги. Реалізація такого масштабного проєкту безоплатної правової допомоги в Україні була б неможливою без донорських внесків і міжнародних партнерів. Є проєкт «Справедливого правосуддя» USAID, є канадський проєкт, вони, скажімо, приймають активну участь в формуванні системи, в обученні наших адвокатів. Центри повністю фінансуються за счет государственного бюджету. Да? Ну, скажем, какие-то программы, по которым нам помогают канадские и американские проекты, существуют, конечно. Если останавливаться именно вот на финансировании, там, да. То есть, вообще, в принципе, это финансируется с державного бюджета, с государственного бюджета. Відбір адвокатів на службу у центрах безоплатної правової допомоги відбувався на конкурсній основі. Починаючи з 2012 року, Міністерство юстиції провело 7 таких конкурсів. У нас Мінюст об'являє конкурс 2-3 рази в рік. Адвокати подають документи в управління юстиції, головне управління юстиції Одеської області, в течение месяца после объявления конкурса. Потом существует 3 этапа этого конкурса. Первый этап – это комиссия изучает документы, которые подал адвокат, то есть на его опыт работы, там, да, квалификацию и так далее. Потом, если, скажем, человек проходит первый этап по документам, он попадает на второй этап – это тестирование, там, где они пишут достаточно серьезные тестирования. Если он успешно проходит тестирование, он приходит на третий этап, это личное собеседование с комиссией, да, там, где выясняется его мотивация. Поэтому, говорю, у нас достаточно непростой отбор, они проходят, и не так просто попасть в систему. 160 адвокатів по всій Одещині надають безоплатну правову допомогу. Відповідність діяльності адвокатів професійним стандартам здійснюється керівництвом центру. Тим не менше, адвокат є незалежним. З центром заключені контракти. Адвокат – центр. Це громадсько-правові контракти, да, вони оказують услуги. Це безплатна правова допомога для чоловіка безплатна. Да, адвокат за неї отримує гонорар. Да. Тому, в принципі, ця робота вважається дуже престижною. Мы проводим специальные конкурсные отборы, к нам не так просто можно попасть в реестр адвокатов, который предоставляет такую правовую помощь. У нас существует целая комиссия по всей стране и в Одесском регионе тоже, в которой ходят судьи, известные адвокаты, которые принимают тестирование у таких адвокатов, которые хотят заниматься этой работой, да? Личные собеседования им проходят. Что касается самих адвокатов, у нас их 160. Да, из них они занимаются как гражданскими, так и уголовными делами. То есть непосредственно человек приходит к нам, да, и хочет получить правовую услугу, там, уже, скажем, уголовный этот процесс, гражданский, административный. Мы администрируем просто, мы принимаем заявление, определяем нашего субъекта, да, и дальше уже работает профессиональный адвокат. Он поступает к адвокату, и дальше они уже работают непосредственно с клиентом. То есть мы, в общем-то, администраторы в данном случае. У нас, конечно же, мы мониторим и стандарт. І є у нас стандарти качества, ми моніторимо їх роботу. Центр безоплатної вторинної правової допомоги активно співпрацює з установами, що надають первинну юридичні консультації складання заяв і скарг.
Есть целый у нас проект, мы сотрудничаем с горсоветом, у них есть коммунальное предприятие «Бесплатная правовая помощь». Вот они оказывают первично, там, где не нужен процесс, там, где не нужно ходить в суд. И там целый проект, они в этом проекте сотрудничают. Мы не оказываем первичную правовую помощь. Ну, как, что такое первичная, что такое вторичная? Да? Первичная правовая помощь – это разъяснение, консультации и так далее. Это, в принципе, оказывается в любом государственном учреждении, там есть специальные громадские премалии, она оказывается. Мы говорим с вами о вторичной, почему важно, потому что это назначается профессиональный защитник. Да? В чем проблема наших судов? О том, что у нас люди, ну, адвокат – опция дорогая, ну, давайте говорить откровенно. И люди, у которых действительно есть проблемы, они просто не могут себе позволить нанять защитника за деньги, да, они идут сами в процесс судебный, все это заканчивается, как правило, не очень хорошо, потому что нужен профессионал, да. И вот как раз здесь у них, у людей, у которых нет денег, ну, появляется реальная возможность получить защитника за счет государства. Право на безоплатну правову допомогу є конституційним, до того ж безоплатна правова допомога є умовою євроінтеграції. Це наше конституційне право, да. Воно в якомусь етапі воно существувало там до 2010 года, когда мы приняли новый КПК, в 2010 году, по-моему, если не ошибаюсь, адвокаты назначали за счет государства только по особо тяжким преступлениям. То есть там уже гарантированно тебе был защитник, да, милиционер, там, следователь не имел права вести уголовное производство без адвоката, если там есть особо тяжкий, и он несовершеннолетний. Все остальные категории граждан как бы не имели такой возможности просто. По закону не имели. А теперь они, это все обеспечивается на законодательном уровне, и уже, скажем так, и запущен этот весь такой амбициозный проект, как я уже сказала. Что касается уголовных дел, то это абсолютно бесплатная для гражданина услуга, это сервис от государства, там все оплачивает государство непосредственно адвокату. Про конституційне право громадян України на безоплатну правову допомогу нам також розказала директор 2-го Одеського місцевого центру Ірина Бондаренко. В соответствии с Конституцией Украины право на правовую помощь имеет каждый. И в случаях, установленных действующим законодательством, такая правовая помощь предоставляется бесплатно. Для защиты прав и интересов граждан в Украине действует у нас адвокатура. И вот именно в соответствии с новым законом об правовой помощи, 1 июля были открыты центры правовой помощи по всей Украине. Второй детский центр правовой помощи обслуживает центральные районы города Одессы, именно Приморский и Малиновский районы. Но вместе с тем, любой человек, который обращается в наш центр, не получит отказа от предоставления первой какой-то юридической консультации. Мы обязательно выясним его проблему. И здесь хочется рассказать в первую очередь о тех категориях населения, которые имеют право на получение вторичной правовой помощи. В соответствии с законом о бесплатной правовой помощи, такое право имеют пенсионеры и малообеспеченные граждане, которые получают социальную помощь в органах управления социальной защиты. А также получают совокупный доход их семьи составляет ниже прожиточного минимума в соответствии с законом Украины о прожиточном минимуме для специальных социальных и демографических групп населения. Также к этой категории относятся инвалиды, доход которых составляет не больше 2 прожиточных минимумов согласно закону о прожиточном минимуме. Дети-сироты, дети, которые были лишены родительского попечения, дети, которые могли стать либо стали жертвами насилия в семье, это также наши клиенты. Кроме того, наш центр принимает таких людей, как таких категорий, как ветераны войны, участники войны, инвалиды войны, участники боевых действий, в том числе участники АТО, члены семьи погибших, людей, которые имеют особенные, либо особенные трудовые заслуги перед Родиной. И вот именно этот перечень населения имеют право получить правовую помощь в нашем центре по вопросам, которые связаны с их социальной защитой в соответствии с законом о статусе ветерана войны, а также их социальных гарантиях. Кроме того, в Центре правовой помощи, который занимается предоставлением бесплатных услуг адвоката, могут обращаться свидетели и потерпевшие в уголовном процессе. Кожен, хто звертається по допомогу, її отримує або ж спрямовується до потрібного фахівця.
Любой человек, который переступил порог нашего центра, подлежит обязательной регистрации в соответствии с законом о защите персональных данных. После того, как работник специального нашего отдела под названием отдел попередней работы с клиентами зарегистрирует заявителя, он должен выяснить, принадлежит ли наш человек, который обратился в центр, к той или иной категории населения, имеющей право на бесплатную вторичную правовую помощь. А в случае, если такой человек принадлежит к определенной категории, и его права и интересы могут быть восстановлены либо оформлены исключительно в судебном порядке, работник нашего центра помогает оформить заявление, письменное заявление о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи. После того, как будет оформлено данное заявление, работник центра передает данную информацию руководителю, который принимает решение о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи и назначении непосредственно адвоката. В течение 10 дней принимается такое решение о предоставлении правовой помощи и неотлагательно назначается адвокат в определенном деле. Нужно сказать, что наш центр обязательно обращает внимание на те случаи, когда предоставление правовой помощи необходимо оформить неотлагательно. То есть это может быть связано с сроками подачи апелляционной, кассационной жалобы, восстановление сроков на подачу таких заявлений. И в данном случае центр, конечно же, не будет затягивать этот вопрос в течение 10 дней, а примет решение как можно быстрее. Так, як безоплатна правова допомога в першу чергу націлена на певні категорії населення, то центри мають ознайомитися з рівнем прибутків певного громадянина. Саме основне – це те, що клієнти нашого центру обслуживаться таким образом, что перечень документов, которые они должны предоставить, он, в принципе, минимизирован. Клиент должен предоставить документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и справку о получении либо неполучении социальной помощи, которая выдается органами управления социальной защиты. Вот в случае, если наш клиент не получает такую социальную помощь, тогда работник центра должен рассчитать совокупный доход семьи нашего клиента в соответствии с законом про державный бюджет и в соответствии с законом о прожиточном минимуме для социальных, специальных социальных и демографических групп населения. То есть для детей определенного возраста сумма будет одна, для трудоспособных и нетрудоспособных лиц сумма будет разниться. В соответствии с законом Украины о бесплатной правовой помощи, лицо, которое считает, что его права нарушены и желает получить вторичную правовую помощь и воспользоваться услугами бесплатного адвоката, имеет право обратиться в центр предоставления вторичной правовой помощи по своему фактическому месту проживания, независимо от места регистрации или места пребывания. В зв'язку з проведенням на території України антитерористичної операції актуальним стає питання дотримання соціальних гарантій ветеранам АТО та членам їхніх родин. На сегодняшний день к нам обращались люди, которые, на которых распространяется действие закона о статусе ветерана войны и их социальных гарантиях. Это также члены семьи погибших, которые имеют право на получение правовой помощи в вопросах, связанных с их социальными гарантиями. На сегодняшний день Министерством юстиции проводится также масштабный такой проект, который поможет в дальнейшем Центру правовой помощи помогать не просто участникам АТО, как лицам, которые подпадают под эту категорию и имеют право на получение социальной на помощь, связанную с их социальными гарантиями, но и лицам, которые являются переселенцами. Да, то есть на сегодняшний день Министерство юстиции будет проводить определенные тренинги с работниками центра и будет предусматривать возможность получения такими лицами правовой помощи и воспользоваться услугами адвоката. Необходимо сказать, что инвалиды, которые обратились в наш центр, пакет документов, которые необходимо предоставить, он тоже минимизирован. Они предоставляют паспорт, идентификационный код и справку, которая подтверждает присвоение инвалидности, не в зависимости от ее группы.
и справку о доходах данного человека. Также наш центр обслуживает такие категории населения, как лица, которые желают получить статус беженца или статус лица, который требует дополнительной защиты в Украине. По документам, которые предоставляет клиент, мы уже с вами говорили, что это в основном справка о доходах либо удостоверение той или иной категории, то есть удостоверение ветерана войны, удостоверение члена семьи загиблого, удостоверение участника войны и так далее. Існують також випадки, коли людина, яка звертається до центру, не підпадає під категорію громадян, яким гарантована безоплатна правова допомога. В случае, если в наш центр обратились клиенты, которые нуждаются в получении устной юридической консультации, в разъяснении действующего законодательства, и их вопрос не стоит в плоскости суда, тогда наши работники должны направить клиента именно в ту организацию, которая предоставит первичную правовую помощь и даст квалифицированную юридическую консультацию. На сегодняшний день второй Одесский центр правовой помощи заключил меморандум с коммунальным предприятием Одесского городского совета, специализированная коммунальная установа за надание первичной правовой допомоги. На сегодняшний день в Одессе работает 4 коммунальные установы, которые предоставляют первичную правовую помощь и бесплатно дают консультации всем лицам, которые обращаются к ним. Они обслуживают Малиновский, Суворовский, Киевский и Приморский районы. Поэтому, если человек к нам обратился за получением юридической консультации, наш работник обязан перенаправить данного человека, предварительно согласовав с этим, с коммунальным учреждением вопрос, с которым обратился человек, выдать ему талон, подтверждающий, что он обращался в наш центр и был перенаправлен в коммунальное предприятие. Начиная с 1 июля нынешнего года в Центр правовой помощи обратилось около 120 человек по разным вопросам. В основном люди обращаются с вопросами, касающимися их жилья, касающихся перерасчета их пенсии, по вопросам восстановления их прав как потерпевших и свидетелей в уголовном процессе, а также вступление в наследство, земельные вопросы и другие. Значит, основная категория населения, которая к нам обращается, это люди в возрасте после 60 лет, а также люди от 35 до 60 лет. Категории, которые обращаются люди, это малообеспеченные граждане, инвалиды, ветераны войны, пенсионеры, участники войны и люди, которые имеют особенные заслуги перед Родиной. В 18 случаях мы выдали поручение адвокатам на предоставление интересов клиента в правоохранительных органах, как потерпевших и свидетелей, либо в органах суда. Прохожу все время мимо, тут я живу недалеко, и увидела надпись на двери и заинтересовалась. В наше время да бесплатная правовая помощь. Это очень-очень кстати.